У нас 30? Сколько? 30 и? 30? Давай, я начинаю? Я. Ну, давай. Ребята, ребятушечки, у нас 30, 30-ка. Нет, Димочка, 30 тысяч, а не 30. 30 единичек и больше. Ну, короче, ребят, у нас 30 тысяч подписчиков плюс. Мы растем потихонечку благодаря вам. Нет, я бы сказала семимильными шагами, потому что за последние несколько дней, в общем, за месяц нас прибавилось на 5 тысяч. А, друзья, просто в связи с последними двумя обзорами пришло очень много новых людей и очень много непониманий стало в комментариях на канале. Ну, хочу как раз, пока ты додумываешь, хочу Франсуазе, подписчице нашей, особую благодарность проявить, потому что она хотела нас поддержать, защитить, можно сказать, ее немножко хейтеры покусали. Крепимся. Вот так вот мы крепимся. Общем, друзья мои, хотим сказать безумную благодарность всем тем, кто наши, кто нас смотрит, понимает, любит, знает наши приколы. Мы вас безумно любим и делаем именно вот этот контент для вас, да, для тех, кому заходят. А, ребят, кто пришли новые, ну, поймите, да, это подача, это такая информация, это эмоция. Вот мы сегодня сняли обзор, да, Дим? По лучшим товарам. По лучшим товарам. Да, ну, наверное, это будет, наверное, вот как раз после того, мы как сняли, я, наверное, промежуток, и вот это наше обращение будет, да? Нет, мы сначала выпустим обращение. Давай так. Да. Потому что, ребята... А потом вы посмотрите обзор. Шуток не было, приколов не было. Упоминаний овощей и прочего тоже не было. Эмоций от обзора никаких. Не получили. Ни мы не получили, вряд ли получится. Сухо. Вы. Поэтому, понимаете, вот Икея, она в принципе никуда не денется. Шкаф стоял и стоит. А эмоция ваша, синергия наших с вами эмоций, она дает вот такой симбиоз и вам, и нам. И хочется творить, делать дальше, кого-то мотивировать. Сегодня вообще безумная благодарность. Такое количество подписчиков сегодня встретилось в Икее в Нижнем, мы сами не ожидали. Все обнимаются, благодарят. Одна девушка говорит: ребят, благодаря вам я начала блог вести. То есть человек вышел из подполья. На самом деле это... С одной стороны, это и классно, и легко, а с другой стороны, это сложно, да, Дим? Когда на тебя нападают, когда тебя обижают, ребята, хочется прям бросить все и сказать, да пишите вы, что хотите. Просто многие говорят, как будто это все легко кажется, но мы отдаем душу. Когда мы каждый ролик снимаем, мы не готовимся, мы много раз это говорим, да, у нас это всегда экспромт идет, всегда экспромт. И мы душу отдаем. Небольшие эмоции в последнее время, или подписчики это оценили, кстати, да? Да. Да. Так что давайте дружить. Мы с удовольствием... Вы, кстати, может быть, вы заметили, мы стараемся отвечать каждому. И это очень редко, кстати, в Ютубе. Да, я понимаю блогеров, которые не отвечают на комментарии, честно. Хочется вообще не то, что закрыть, а просто представить, что их нет, этих комментов. Но это же живое общение. Наше с вами живое общение. Мы поддерживаем друг друга. На самом деле в мире так мало осталось вот этого просто душевной какой-то атмосферы. Ни мы вам, ни вы нам ничего, в принципе, не должны, да? Мы просто с вами обмениваемся эмоциями. А здесь какую-то подоплеку все ищут, еще что-то. Поэтому давайте кайф друг другу делать. Давайте жить так, чтобы было в удовольствии. Какой-то вот этот вот оазис, вот эту эмоцию давайте сохраним. И это будет на самом деле классно и вам, и нам. Ну, а хейтеры, я вам хочу пообещать еще раз. Если вам просто не нравится видео, нажмите одну правую кнопочку и перейдите на другое. Не тратьте эмоции, не тратьте время на комментарии, написание. Потому что, я как заметил, сразу YouTube половину удаляет. Комментарии, кто, где там совсем прям трэш, они пишут, да, YouTube сам авто удаляет. А те, которые более лояльны, комментарии с намеками на группость, да, там уже дальше мы удаляем. Ну, мы пытались, конечно, общаться, вразумить человека, может быть... Может быть, где-то в каких-то местах неправильно что-то сказали, что да, хотели объяснить, да. Что, может, где-то ляп у нас получился, где-то мы из-за этих хренов хреновые, да, может, запикать даже придется, да, толпа филологов набежала, и всем, как, оказывается, эти слова слух режет. Ну. Давайте просто жить в дружбе, и все, отключайся, мы вас всех любим. Да? Да. Все сказали? Все сказали. Мы успокоились. Мы успокоились. Ну все, всем пока.